89-й километр автодороги, подъезд к городу Екатеринбурге. Сегодня около полудня на 89-м километре Свердловского тракта, то есть трассы Челябинск-Екатеринбург, или, что то же самое, на 117-м километре Челябинского тракта. В общем, в окрестностях деревни Малый Куяш, это уже в рубрике «У наших южных соседей», приключился массовый летальный замес, в котором погиб один человек и сгорели два ТСа. Трупак. Реально ДТП, что ли, какое-то серьезное. Народ что-то встал там. Там что-то перевернуто, я так и не понял, одиночка, что ли? Ё-моё, жесть. Сегодня около 11:30 на автомобильной дороге подъезд города Екатеринбурга в районе 89-го километра произошло столкновение четырех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Два автомобиля сгорели полностью. На момент создания этого репортажа развернутой официальной информации от гаишников еще не было. Но по картинке с места видно, что замолотились четыре разнокалиберных ТСа. Самосвал, фура, бездорожник и подорожник. Все это происходило на полосе, отгороженной от встречки отбойником. Так что, вероятнее всего, все машины двигались в одну сторону, а именно из Челябы в направлении Стольного Бурга. По неофициальной, очень предварительной информации, фура вроде бы догнала самосвал, налетела на его корму, упала на бок и загорелась. Ее пилот сгорел вместе с машиной. Этот печальный факт в Челябинской госавтоинспекции подтвердили. Потом в полыхающую фуру вонзился подорожник и тоже сгорел дотла, до остова, до скелета. Судя по картинке, чуть поодаль еще стоит бездорожник с мятым правым боком. Где и об кого он получил такую травму, не сообщается. В принципе, напороться он мог на любого. Пострадал ли кто-то в этом бездорожнике, неизвестно. А о судьбе людей из сгоревшей легковушки тоже не сообщается. Но в списках погибших значится только один пилот фуры. Очевидно, что люди из подорожника успели выбраться, но, возможно, при ударе покалечились. А вот что можно сказать совершенно точно, так то, что рулевой самосвала здоровьем не повредился. Это уж как пить дать.